На месте! Ах ты ж, сука! Замри! Стоять! Стоп! У меня не будет пикать, правильно. Заебал. Блин, не палимся, а. Там кошмар на фоточку. Да не, пидор, замри, блядь, не двигайся. Ах, пиндос ёбаный. Привет, Женюк. Чатик уку. Да ща порвём! Ты стонешь там, как шлюха, блядь! Ну и чё ты сюда приехал, а? Понял, на перезвоне. Ой, господи, как ты достал уже это всё. Вы видели? Вы это видели? Вы это видели? Смотрите. Бля, пацаны, ну как вот с ними играть, а, братики? Я не знаю, блядь. Зашибись. Кроем сектора внимательно, внимательно. Тебе пизда, блядь, ты понял, нахуй? Это что, кошки такие? Про любовь? Зота. Кулей. Урод. Ну и чё ты сюда приехал, а?
Мы Тарков от вас вычистим, мрази! Убежал, проверяй. Убежал, проверяй, братан. Нормас было. Прикольные челы. Не тупые далеко. Интересно было с ними. Смотри, сейчас покажу фокус. Поступим вообще неадекватно. Он этого, блядь, вообще не ожидает нахуй никогда. Жив нахуй? Не можешь ты, блядь, что, жив припухли? Быть. Ба, он охуел этот чел. Просто нужно разговаривать с людьми, чтобы они понимали. Если ты будешь в жизни вот так вот молчать и вот так вот сделаешь, и просто развернешься рожь, человек же нихуя не поймет. Есть язык, нужно разговаривать, чтобы было понимание и взаимопонимание. Поэтому иногда... Вот, иногда вот такие бляди, которые сидят просто вчетвером АФК, ты от них умираешь. Ничего не сделаешь. Женек, сколько тебе лет? Чекнул интервью топа. Ты говорил, что там сам работал и общий стаж большой. Я думал, тебе лет 27, а по карьере кажется, что хорошо. Но я же институт не заканчивал очно, поэтому... Так, все, фулл концентра, приятного просмотра, погнали. Замри! Стоять, пидор, блядь, замри, блядь, не двигайся! Тварь! Давай, пуш меня. Ты сможешь? Я тебя прошу. Давай, давай. Пушим, ебать. Пушим, пушим, пушим. Давай. А то всегда я вас пушу, блядь. Да не, бро. На Москве по кайфу. Рега. Там все подчинили. Вообще бомба. Ладно, все, не буду разговаривать. Сконцентрирован на игре. Пиздец, нужен ствол срочно. Я без нихуя совсем, блядь. Пробел он есть у кого? Я вас
раз у ёбка сходился, давлю и буду давить нахуй. Господи, как же достал уже это все. Что же за стекло было-то, а? Что за тайминг, а? Лепзи. Нужен ствол. Стоять, пидор, блядь! Замри, блядь, не двигайся! Зашибись. Ладно, хуй с ним. Пацаны, на этом жизнь же не заканчивается. Как говорится, на нет и сюда нет, я вам говорю. Серваку плохо. О, красную открыли. Гоу ебать их. Ну где ты?
Господи, как же достал уже это все. Внимание, охране. Несанкционированные действия в секторе Y-11. Зота. Джиджис? Маша! Налей нашего специального пива! Не понял, а это кто такой? Хуй ты мамин, блядь, по-русски говори, блядь! Нужно оружие. Дверь. Так, что тут у нас? Кроем сектора внимательно. Мужик, а нахуя ты, блядь, лутаешь моего ЧВК? Вопрос. Мальчишки в схроне до сих пор в ахуе. Лол. Мальчишки, блядь. Сука! Мальчишки, блядь! А, братишка, спасибо за донатик большущий, сука. Братан, лучше взять Ryzen 2700. Сотку долбится твой Core i5? Не желаешь ли с бутылки ты встать? Познать потоки и реальный разгон? Where did you get your slave from? What? What, bro? 5 ЧВК убиты. Это, засекай. Ну какой же тут свет уебанский, пацаны. Блять! Ёбаный в рот! А когда он туда перебежал, блять, пацаны? Я же смотрел все это время направо. Это чё, блять, вообще происходит? Ёбана жизнь, блять. Но ничего страшного. Их там много. Стоять, пидор, блядь! Замри, блядь, не двигайся! Стоять! Внимание! Охранник облик. Всё, пизда, блядь! Огребаешь, блядь! Пошел! Не знаю, залутать их и выйти или пойти этот. Не, ну буфета здесь нет, наверное. Или пойти этот. Пойти дальше убивать, как думаете? Мы же сюда нахуй не за лутом пришли, а за, за убийствами, правильно? Нахуй они нужны. Мне наши сказали, что тут ящики бродят. Пойдем дальше пиздить. Поаккуратнее.
я думал, он справа в упоре стоит. Они были двое, сука. Прям можно было их изи разъебывать. Прям изи разъебать. Но, блядь, меня сильно зацепила моя граната, блядь. Короче, было бы охуенно, охуенно, если бы были открыты двери, понимаете? Эта хаешка хуёвая, потому что были закрыты двери. Я не знал, что они закрыты, извините. А так, если бы были двери открыты, я бы вышел, они бы охуели, я бы их потушил. Как-то так, братцы. Сегодня много читеров очень. А так, по реге в норм все. На лабе. Но не на резерве. Замри! Внимание персонала. Стоять! Нужно оружие. Они знают про меня, интересно? Ну, блядь, пойдем нахебать будем. На месте! А граната вторая где? Это пацанский мув. Спасибо, Крусейд, братан, спасибо. Я тебе тоже так же говорю. Стоять! 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 Стоп! На месте! Замри! Стоять, пидор, блядь! Замри, блядь! Не двигайся! Да они уже замерли, братюха. Плюс-минус. Ой, господи, как это братишка. Калайсон заебал. Ох, ебать, вот это пуха. Просто серьезнейшая, реально.
Поиграли, пацаны. Идите на таможку обратно. Нихуя. Ебать, жестко, блядь. Фонарик, блядь. Уебал на каску, чел. Видели? А я папин, бродяга! Мамин симпатяга! Они ща охуеют. Блядь! Подожди, я что-то не понял. Подожди! Я вообще что-то ща не понял. А почему у меня так руки подкинуло-то сильно? За шо? Меня зовут Лёха, и я в гостях у мамы. Короче, медальоны эти, я их душу целовал. Остаюсь тут жить. Спасибо, брат. Смотрите, пацаны, спрашиваем. Лучше сам выходи. Куда он пропал? Блядь, держи глаза шире! Друг его бросил. Стоять! Не понял, а что за гранаты? Ебать, звуки говно, это подо мной летят, прикиньте. Охуеть, блядь. Смотрите. Сейчас его прочитаю, как девочку, блядь. Смотри сюда. Сука! Он просто... Он уезжает. Пацаны. Ну, давай, шкура, жми. Все, съебался нахуй. Просто съебался, блядь. Я видел, я ебасосину какую вставил. Да, он подумал читак и тупо съебался, короче. Просто на педаль нажал. Ну тут жестко ебасосина прилетела, конечно. Че уж там. На педаль нажал и уехал, пацаны. Сука. Тупо кидок, согласен, братик, полностью с тобой. Бедняги даже чела не полутали, которого убили. Обоссались, блядь. Ля, у них РПКшечки какие. Delicious, блядь. Стоять, пидор, блядь! Замри, блядь, не двигайся! Замри! Стоп! Повтори. Стоять! На месте! Стоять, пидор, блядь! Замри, блядь, не двигайся! Ты чё, вообще, блядь, в танке, чел? Нужен ствол. И хули ты убежала? Лучше б там сдохла сразу, блядь. Чтоб я за тобой не бегал, блядь. Когда в зеленый подошел, там было что-то. Там был челик, который откис. Блять, ты когда зеленый подошел, там было что-то. Все, сейчас лутаем зону робота. Вытекаем из города. Ты когда стрим запустил, там было что-то. Да.
понял, хороший мы. Окей. Ты когда лаба зашел, она вышел. Стоять, пидор, блядь, замри, блядь, не двигайся! Кого, блядь? На месте! Нужно оружие. Пидорас, блядь! Как я знал, что он там, не спрашивайте, мне похуй. Вот уёбок, блядь! В натуре. Блядь, точняк. Подожди, ботов еще можно поубивать. Так, теперь решим, что продать. У него куча этих SG6. А что это такое на мониторе, я не пойму. Секунду. Блять, это что, маркером нарисовал, что ли? Бля, ебать, без палева, конечно. Ой, я забыл микрофон выключить, братан.